Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этот раз будет необычный ролик для моего канала. Сегодня речь пойдет о такой вот коллекционной фигурке самого главного эксклюзива Xbox Series Halo Infinite. Да, несмотря на то, что я не школьник, уже не студент, я все равно кайфую от таких вот вещей, и сегодня в этом видео мы его распакуем, посмотрим, что он из себя представляет, ну а также попробуем его как-нибудь красивенько поставить. Но прежде чем мы начнем, хочу обратить ваше внимание на канал Эго13. На данном канале добрый ламповый парень стримит на своем Xbox Series X, играет в различные игры, ну а также общается со зрителями. Если вы вдруг любите ламповые и добрые стримчанские, где можно не только посмотреть, но еще и пообщаться, то заходите на канал Эго13. Передавайте ему привет от меня, и будет очень круто, если вы еще его поддержите лайками и подписками. Если что, ссылочку на его канал я ставлю, как всегда, в закрепленном комментарии под видео. И давайте начнем. Новость про такие фигурки была где-то с февраля года 2020. Но я почему-то не был уверен, что данные фигурки вообще до нас дойдут, поскольку в России купить такие фигурки, ну, немножко нелегко, поскольку их продают не на каждом шагу. Единственным магазином, в котором я нашел эти фигурки, оказался Toy.ru. У них оказалась целая коллекция тех самых фигурок по Halo Infinite. Спартанцы, новый герой, Мастер Чиф на транспорте и так далее. Вы, может быть, и офигеете, но у них даже тот самый Крэк есть. Лицо, кстати, прям как в игре. Но самое главное, вся эта серия у них по очень хорошей цене. Плюс у них есть еще промокод на скидку в 15% на всю эту серию. Поэтому, если вы вдруг также искали эти коллекционные фигурки, то залетайте к ним, и вот лично я, даже не думая, решился взять Мастера Чифа. Короче, давайте более детально взглянем на эту фигурку. Если, кстати, вам нравится такой контент, именно обзоры коллекционных фигурок, то ставь лайк и подписывайся на канал, ну а также напиши мнение о таком вот контенте. Так, в принципе, выглядит упаковка более близко. Оформлена она очень стильно, что даже его доставать неохота, знаете, ощущение, будто этот персонаж из одного из культовых мультфильмов 2000-х, который называется «Солдатики». Почему-то именно эта коробка вот таким ощущением отдает. Сзади показаны еще фигурки из этой коллекции. Кстати, по ним можно предположить, что эти спартанцы появятся в игре, возможно, будут играбельными персонажами, ну, для кооператива. Сбоку вот здесь изображена пометка, что это Мастер Чиф, естественно. Та самая эмблема, которая переливается. И сзади еще можно заметить значок Xbox'а. По коробке можно сразу заметить, что у Мастера Чифа несколько рук в комплекте, штурмовая винтовка, пистолет, сам герой, и сзади еще у нас дополнение, оформленное в виде маленького артбокса той самой игры, которая, кстати, не вышла. Короче, го его распакуем. Честно, вытаскивается он отсюда сложновато. 5 minutes later. A few moments later. Не, реал, без шуток, его действительно сложно вытащить оттуда. Там просто капец какой жесткий пластик, и он просто стопорит все руки и ноги, и поэтому реально тяжело вытащить. Вот так Мастер Чиф выглядит вблизи, весь типа покоцанный, прям как из трейлера. По первым впечатлениям, фигурка качественная. Увесистая, все пока двигается, но самое, пожалуй, офигенное тут это шлем. И я считаю, что для фигурки очень круто, и знаете, это, наверное, придает некую реалистичность. Покраска, кстати, также на уровне, не видно каких-то недочетов, которые портили бы общий визуал Чифа, и вроде как все нормально. Так, давайте посмотрим, как он двигается. Голова в разные стороны, вверх-вниз, руки. Единственное, по рукам я заметил, наверное, не очень классное решение, это такие вот наплечники, которые выпирают и могут отвалиться, если вы захотите руку повернуть слишком вот прям туда. Я видел у зарубежных ютуберов такую тему, поэтому с этим лучше аккуратнее. Руки вынимаются без проблем, так же как и вставляются. Хочу сказать, что и они держатся не хлипко и в то же время не капец как жестко, прям вот нормально так. Также чутка поворачивается спина, туловище. Ноги, кстати, тоже классно сгибаются, что дает более стойкую позицию. Но, кстати, по ногам, если присмотреться, они могут казаться, наверное, чуть-чуть длинными. И кажется это так из-за, опять же, странного решения. Если присмотритесь, то изгиб должен быть именно вот здесь, скорее всего. Но его почему-то сделали чуть ниже. Конечно, немного странно было добавлять сюда элементы защиты, но думаю, что это сделано для того, чтобы в этой области не было крайне пусто. Поэтому таким образом они немножко пожертвовали. Такие вот у нас виды рук. Кулаки, просто руки, руки для какой-нибудь композиции. К
Кстати, пистолет в них входит вообще нормально, прям я бы сказал четенько. Как влитой, так же как и штурмовая винтовка. Но она выполнена менее жестко, так как вот она сгибается вот так вот, видимо для того, чтобы ее можно без проблем сунуть в те самые руки. Но единственное, у нее нету ячейки под палец, но опять же это не критично. Вот так вот оружие выглядит вблизи, довольно хорошо детализировано, и если присмотреться, то можно заметить вот такую вот впадину. Если вдруг кто-то не догадался, то она нужна для того, чтобы оружие прикрепить прямо к мастеру Чифу. Но знаете, было бы прикольно, если бы тот же пистолет можно было прикрепить на ту же ногу. Конечно, не помню, носил ли мастер Чиф на ноге пистолет, но было бы, мне кажется, для фигурки неплохо. Так, я чуть не забыл про дополнение. Кстати, забавно, что дополнение вышло, а игра все еще нет. Это дополнение, если честно, не знаю про что, но мне кажется, что она дает какой-то скин. Не знаю как вам, но мне лично данная фигурка приносит лишь эстетическое удовольствие, выполнена она реально клево, качественно и, самое главное, стойко. То есть поставить фигурку без каких-либо подставок, прям без проблем вообще. Прикольно двигается, достаточно точек движения, не могу сказать, что их довольно много, поскольку можно было сделать еще более свободное по движению, но по сути и так всего хватает, поэтому вообще cool. У многих из вас, наверное, есть вопрос: Макс, а ты же не фанат Хейла, зачем тебе фигурка? Хоть я и не фанат Хейла, но мне всегда нравились, как выглядят спартанцы, особенно Мастер Чиф. Знаете, просто в их броне есть что-то такое прикольное, классное, харизматичное и просто привлекательное. А вообще, мне просто нравятся такие подвижные фигурки. Поставил их на полку, любуешься, как-нибудь по-другому поставил, поиграл, красиво сфоткал. Просто, знаете, когда сидишь в комнате и наблюдаешь за фигурками, ты такой, ну вот прям мельком пальнешь, такой, блин, какая красота. Как-то, знаете, мне вот лично это приносит капец какое удовольствие эстетическое. Глядя на эту фигурку, знаете, я подумал, что если вдруг у вас Xbox стоит где-то на открытом месте, да, перед телевизором, то вот такая вот фигурка, она капец как подойдет для украшения вида Xbox, и, наверное, подойдет для тех, кто собирает вообще коллекцию вещей из вселенной Хейла. Короче, по фигурке могу сказать, что она действительно прикольная, качественная, что только шлем стоит. И если вы вдруг фанат этой вселенной, или вам просто нравится тематика Xbox, то такая фигурка в коллекцию, ну, на мой взгляд, будет только плюсом. Кстати, также хочу сказать спасибо тому магазину Toy.ru, поскольку он вообще завез данные фигурки, и если вдруг у них что-то появится еще, я к ним обязательно загляну. На этом, в принципе, все. Вот такой вот обзор данной фигурки. Если он вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите свое мнение о данном контенте, стоит ли делать обзор на фигурки или не стоит. И большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч!